Котика зовут Сэм, это я его так назвала. Котика подобрали на улице, в ошейнике стерилизованного. Когда-то у него была семья. Кот искал ее, но по какой-то причине не мог найти. Я его хочу пристроить в семью без детей, желательно. По характеру я его сравниваю как истинный ариец. То есть ему надо, чтобы хозяин был мужчина, не ребенок. То есть он такой игривый мальчик, но он может и вкуситься, в общем. К лоточку Сэм приучен, кушает немного. Лучше будет пристроить его в частный дом, желательно в Минске. Он рвется, ему надо высота, ему надо прыгать высоко. Он здесь у меня пока на ковер прыгал. И то, что высоко, его это интересует. То есть он не может так вот ходить просто по полу. Хорошие ручки пристраивается девочка, последняя из 10 щеночков, мама которых родила в лесу. Ей 3,5 месяца. Ласковая девочка, очень хорошая, дружелюбная. Она подходит как и для квартиры, разумеется, так и можно ее содержать в частном доме, потому что шерсть хорошая, тепленькая она, и она очень хорошо как бы охранять. Собачка вырастет невысокой, 40 сантиметров, игривой, умной, в еде совершенно непривередлива. С детками можно в любой компании. Смотрите, видите, ласковое счастье. Она хорошая девочка. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы,